Добрый день! Приготовим очень вкусное и сытное блюдо из овощей с мясом. Одно куриное филе нарезаю на тонкие кусочки. Солю. Кабачок нарезаю кольцами. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Выкладываю кабачок. Куриное филе. Нарезаю кольцами один перец. Выкладываю сверху. Пятьдесят грамм твердого сыра натираю на терке. Два помидора режу полукольцами. Плотно выкладываю на сыр. Сверху снова кабачок. Четыре яйца перемешиваю. Добавляю 250 грамм сметаны. Одну чайную ложку соли. Черный перец. И смесь трав по вкусу. Хорошо перемешиваю. Заливаю овощи яичной смесью. Ставлю в духовку, разогретую до 170 градусов Цельсия. Запеканка готовилась 1 час. Посыпаю зеленью. Подаю к столу. Очень вкусное, ароматное и сытное овощное блюдо. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.